Всем здрасте! Вы на канале Луктул. И сегодня я покажу вам, как завести бензопилу партнер. Вот. Данная вот пила у нас была на ремонте. Вот. И на ней я вам покажу. Здесь у нас отдельно рычаг дросселя. Мы его вытягиваем при запуске на холодную. Включаем зажигание. И накачиваем праймером топливо. Делаем раз 5-7 вот таких вот движений. Качаем. После этого пилу надо прижать хорошенько. Здесь нет облегченного старта, поэтому дергаем резко с мощным таким вот рывком, но не слишком высоко. Просто резкий короткий рывок. Пила наша схватывается, но так как воздух закрыт, она соответственно заглохнет. Открываем воздуха и дергаем еще раз. Или же, если быстро успеем отдать ей воздуха, может, конечно, не заглохнуть. Вот, я сам себе оператор, снимаю правой рукой, будем заводить одной левой. Поэтому прижимаю коленом пилу и делаю короткий резкий рывок. Пила наша схватилась. Я убираю подсос, вот эту вот синий рычаг этот, и дергаю еще раз. Пила наша запустилась, немножко прогреваем и начинаем работать. Для повторного запуска просто переводим рычаг включения наверх, прижимаем инструмент и дергаем резкий короткий рывок. Вот и все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем удачи, пока!